Переходим к событиям в России. Объемы бесплатной медицинской помощи для россиян сокращаться не будут. Правительство возьмет под контроль цены в аптеках и стоимость медицинских услуг. С такими обещаниями перед депутатами Госдумы выступила глава Минздрава Вероника Скворцова. Министр пообещала пациентам и врачам безболезненную реформу здравоохранения и заверила, что зарплаты медикам урезать не будут, а региональным даже повысят. Все люди, которые принимают участие в обращении лекарственных препаратов, они в целом настроены сейчас на помощь государству. Кроме того, Скворцова ответила на депутатские запросы по поводу обезболивания онкологических больных. Минздрав сейчас разрабатывает специальную программу, которая позволит в упрощенном порядке выписывать таким пациентам наркосодержащие препараты. Региональные управления должны контролировать, чтобы анальгетиков хватало на всех.